На первый взгляд, этот пустырь перед бывшей мебельной фабрикой кажется чистым. Но лишь накануне отсюда вывезли очередную кучу мусора, которую сюда свозят все, кому не лень. Для жителей улицы Жургенова, соседствующими с домом 177, бесконечно возрождающаяся свалка из строительных отходов, старой мебели и бытовой техники стала главной причиной, по которой они обращались в СМИ и в городскую администрацию уже несколько раз. Свалка образована уже в течение, наверное, 2 лет точно. Периодически обращались в разные инстанции, это СМИ, да, АКЖОЛ, ходили в само здание, вот мама моя ходила в здание бывшей мебельной фабрики, обращалась к администратору, разговаривала, но все тщетно, и мне вот пришлось выложить это все в Инстаграм. С апреля месяца я начала, можно так сказать, рубить, бомбить все инстанции, но никто не обращал внимания. Любовь Сулима живет прямо напротив этого злополучного места, где 3 дня назад случилось возгорание мусора из-за замыкания проводки, которую чинили сотрудники АО «Казахтелеком». К счастью, пожар ликвидировали, а заодно и мусор вывезли. Но, как утверждает женщина, это ненадолго. Люди привозят стиральные машины, детские какие-то игрушки подкидывают. Не габариты, то есть сваливают сюда вот строительный материал. Вот сейчас можете обратить внимание, убрали весь мусор, да, но мусор убирал сотрудники «Казахтелекома» после того, как здесь уже произошел пожар. Пожар был 2 или 3 сентября буквально. Это буквально после того, как вот я это все выложила в сеть, и уже после этого случился пожар, естественно, щит сгорел, сгорели столбы. В отделе ЖКХ пояснили, что во всем происходящем виноваты сами жители, которые, невзирая на предупреждение, свозят сюда твердо бытовые отходы. Договор по саночистке территории по улице Жургенова подписан недавно. Мы проверяли эту территорию и с апреля месяца наблюдали, что люди сами свозят сюда спиленные деревья и строительные отходы. А в целом вывоз мусора производится регулярно. В руководстве ЖКХ сообщили, что новый договор по саночистке этой территории подписан с компанией ТО «Отис Актобе», которой уже поручено взять под контроль вывоз мусора и ликвидацию стихийных свалок по улице Жургенова. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».